Друзья, рожок для обуви или обувная ложка, ну, есть, наверное, в каждом доме. А какой это будет предмет? Это уже ваше дело. Хочу показать очень неплохой вариант, сделанный из розового дерева. Одним словом, сочетание породистого, такого красивого, благородного дерева с латунью. Вот такие вставки латунь. Кстати, не только вставки. Можно раскрутить, в принципе, даже взять с собой куда-то в дорогу. Вот так, как бильярдный кий, знаете, раскручивается, так и этот рожок можно раскрутить. Будет вполне такая вот компактная вещь, куда-то в мешочек положить, и можно, в принципе, брать с собой куда-то в дорогу. А можно укоротить, да, кому нужен покороче. Хотя я, конечно, сторонник длинного варианта, поскольку не нужно нагибаться, ну, вот это такой средний, скажем. Но если полностью скрутить, вот из трех частей, получится длинный вариант. И уже не нужно нагибаться, может, там пожилых людей, там болит спина, там или что-то. Кстати, неплохой подарок был бы дедушке или бабушке, они бы могли обуваться гораздо легче вот с такой вот длинной ложкой для обуви или рожком для обуви. Спасибо.